Да, да, вот он, стервятник у нас. Привет, дружба. Смотри, какой, а? Орел. Ква-ква-ква, классический стервятник. Просто... Да, пока что на изи, ребята, пока что все на изи. Но обычно после первого босса начинается, да, скорость уже так увеличивается поинтереснее. Прям. Ну, я не знаю, с чем это связано. Ух ты ж, на тебе. Да, вот так вот. Ха-ха. Видишь, неожиданно как-то было. Опасно, ребята. Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Детол, и мы продолжаем играть совершенного Человека-паука. Да, ребята, это Спайдермен, мы продолжаем наши классные приключения, прохождения, и мы в новой локации. Да, ребята, поехали, двинули в бой, кем мы сейчас играем? Да, я думаю, Веномчик прикольный, мне он нравится, на самом деле, он выглядит... Кстати говоря, подписчики сказали, что можно апгрейдить способности Человека-паука. Ты знал об этом? Нет, там не то, что способности, вот... Бонусы его. Бонусы, да, можно апгрейдить. Кстати, забрать нужно. Опа, видишь, как хорошо зашли? Не 20 зря. Тысяч пузырьков, ничего себе. Так, сейчас, где же это все апгрейдится дело-то? Надо бы вспомнить. Сейчас, подожди. В магазине. В магазине это все... В магазине, но... Нет, не здесь... Слушай, ты меня сбил прямо со своей... Ну и ничего страшного. Короче, да, находили, где это можно проапгрейдить. Вот бонусы, вот их можно проапгрейдить. Видишь, у нас пока что только молотильню мы вот эту вот... Ну, смотри, видишь, молот. Множитель, показатель там и так далее. Вот это круто же. Да, но это вот... Они попадают в игре. Да, удваивают количество собранных пузырьков и счетчик комбо действует 6 секунд. То есть, чем больше ты, например, вот проапгрейдил, следующий апгрейд будет действовать 9 секунд. И она, короче, будет дольше просто да, действовать. Да, ну, то есть ты в игре, когда вот это вот все паутина. Кстати говоря, очень крутая тема. Да, согласен. Но пока что не будем тратиться, ребята. Спасибо вам огромное, что напоминаете нам. Мы все знаем, все делаем, то, что вы нам говорите. И открываем портал. И эй, ты, стервятник! Остановись и подними крылья в воздух так, чтобы я их видел. Ты как меня вычислил? Даже в Нью-Йорке не каждый день встретишь гражданина в костюме орла. Ну что, решим все по-простому или хочешь по-сложному? Да хорош болтать, я тебя просто на куски разорву во благо зловещей шестерки. Вот так вот, ребята, сейчас мы надамажим этому выскочке. Так, стервятника, я думаю, мы должны порвать и комбо сразу же получили. Да, ребята, комбо получаем, пока что наш рекорд... 80 плюс комбо мы не преодолели. Да, ну, кто-то писал, что 100 комбо набирал, это круто, на самом да, деле. Да, это круто, ребята, респект, кто такие набирал, но... Да, молодцы, вообще реально. Вот это сложно, реально. Действительно, это не так уж легко. И вот здесь вот особенно, когда вот вроде все хорошо, а где нам взять еще комбо? Нет, не было нету, кольца. Нету, да, ребятки, нету колец. Вот так вот на изи пока что начинаем, но дальше будет лучше и сложнее. Ну, слушай, здесь нужно просто стервятника победить или добежать до точки. Наверное, стервятника победить все-таки. Да, да, вот он, стервятник у нас. Привет, дружба. Смотри, какой, а? Орел. Ква-ква-ква, классический стервятник, самый простой. Нормально. И вот его жизни. Ну что ж, я думаю, что... Смотри, какой там торнадо какой-то кружится. Ну да, это он такие вот выставляет да, штуки. ловушки такие, ловушки, да? Да, это его способность. Из перьев из его. Опа, опа, хорошо. В воздухе ребята подпрыгнули и надамажили к противнику. Да, это было прикольно. Опа, смотри, уже его бьем. Уже бьем. Комбо 18, ребята. Быстренько, да, мы как-то дошли? Очень быстро, на изи противник, ребята. Лайк, спасибо большое за лайк. Побежден у нас противник. И все, и теперь просто бежим. Вот цель 200 тысяч у нас, и 3 звезды будет. На 200 тысячах, да? Да, да, да. Так о, что хорошо. Аккуратно не рискуем, надо на 3 звезды пройти. Да, согласен, нужно бы на 3 звездочки пройти. И скорость пройти. У нас очень максимальная, ребята. Видите, как тяжело набирается комбо? Да, но все, мы все стараемся, опыт, мы стараемся. Опыт, а нет, все, уже комбо сгорели наши, к сожалению. Ну ничего страшного, давай 200 дотянем. До 200. А сколько нам осталось-то? 50 тысяч. 50 тысяч всего лишь? Слушай, ну что-то очень слабенько набирается. Да, очень слабо. Вот сейчас комбо есть и набирается намного быстрее. Ну, понятное дело, с комбо должно набираться быстрее. Комбо 4. Это неудивительно. Комбо 5, 6 уже. У нас двойное комбо же, да, у да, да, да. Веномчика. При уклонении двойное комбо получаем. Поэтому я стараюсь уклониться как можно в самый последний момент. Да, сосредоточься, все хорошо, комбо. Еще комбо получаем. Начинаются враги у нас, это хорошо. Да, когда враги есть, это очень хорошо, это большой плюс. Так, главное что... не попасться, им не попасться, ребята.
22 комбо набили просто на ровном месте, получается. Вообще просто, можно сказать, на изи. Так. И продолжаем дальше, продолжаем 26. 195 тысяч у нас, надо не сорвать 3 звезды. Ну, 198, давай, 199, 200, лайк. Лайк нам поставили, игру. Все, мы набрали. Да, и вы, ребята, поставьте нам лайк. Мы копим, кстати говоря, изо 8 на клан. Чем больше лайков, тем быстрее мы соберем изо 8 и сделаем для нас. Ты видел, это вот был... Вот это было просто профи уровень, про гейминг. Ускользнул, прям ускользнул в последний момент практически. Да, ребята, вот так вот играем, ой, учимся, ой, наслаждаемся. Ой, ах, бахнулись. Ну ладно, мы миссию выполнили, задача на максимум. Это самое главное, ребята. А значит, мы можем двигаться дальше и даже не перепроходить этот уровень. Вот так вот. Ну что ж, может быть, сыграем в какую-нибудь крутую акцию, где будет вообще адский жар? Да, можно попробовать. Так, смотри, можно XP увеличить за просмотр видео, но мы этого не делаем. Да, ребята, делаем за кадром это все. Так, что у нас здесь есть? Разумный понедельник и вытащить паучка. Ну-ка, пробеги 1446. Слушай, ну давай попробуем. На изи можно. А что там можно выиграть? Какого паука можно выиграть? Можно будет выиграть... Ух ты, смотри, вот такого вот. Плюс один комбо-атака. Превосходный Веном. Да, превосходный Веном. Слушай, ну круто. А жалко, он не 9-звездочный, да? Да, нужно просто, чтобы занять первое место, быть самым лучшим. Ох, да. Слушай, конечно, хотелось бы супер могущественного паука, ребята. Так, и я предлагаю взять нашего красавца, а именно железного, потому что... Так, где он там наш? Потому что у него двойные хпшка, да, двойная? У него на 30% бонус за счет забег. Вот так вот, ребята. Погнали. Побежали. Железный у нас. Пэйпэк на связи. Ник, ты меня слышишь? Я отслеживаю передвижение Крэйвена, но он неуловим даже для нас. Да, думаю, я обнаружил его логово. Сейчас узнаю. Что? Молчание. Ник, не знаю, как поступить. Я нашел Человека-паука, привязанного к стене. Ах, нет, уходи, он убьет тебя. Человек-паук, это на самом деле ты? Беги отсюда как можно дальше. Ладно, но я тебя не брошу. Вот так вот, ребята. Потому что ты хороший. Злодейский сказ. Ну что ж, погнали, ребят, по крыше. Здесь наверняка будет жесть уже, да? Начинается, смотри. Не, как, я думаю, здесь должно быть все вначале очень даже простенько. И... Так, нам 1400 надо все пробежать, что ли? Ну, это первый такой. Первый этап? А если мы сейчас забежим прямо на 20 тысяч? Ну, то слушай, на 20 тысяч это надо еще забежать, знаешь, как бы. Здесь... А мы забежим. Да, думаешь? А возьмем вот и забежим. Слушай, ну это будет круто, если мы сейчас на 20-ку забежим. Будем стараться потихонечку, ребят. Да, потому что сейчас-то скорость такая вот маленькая, все как бы легко. Все легко, все просто, но потом начнется жесть. Ну, конечно, слушай, без этого не было бы и игры всей. Так, опа, начинается уже, ребята, противнички. Одного, второго, золотой был, нет? Да, а? Золотой, хорошо, изо заработали. И смотри, 1300 гоблин. Мы пробежали. Уже неплохо. Да, и противнички у нас здесь. Золотой гоблин, ребята. Кстати, ну, Греб, ребята писали, что максимум может быть 7 противников. Мы у них спрашивали. И вот но они... мы пока что, ребята, это не проверили, к сожалению, или да, к счастью. Лично еще не добежали до 7. Да, поэтому будем стараться, будем делать это на видео, чтобы вам было интересно. Да. Так, ну, бежим просто. Да, пока что на изи, ребята, пока что все на изи. Ну, обычно после первого босса начинается, да, скорость уже так увеличивается поинтереснее. Прям. Поинтереснее все. На выбор 3 штучки нам дается. Да, в любую. Бей не хочу называется. Вот так вот. Ну, кстати говоря, не совсем простой босс, сколько мы уже ударили, да, по нему? Ну, потому что вот когда в прохождении, они почему-то такие легенькие, а вот... Ну, потому что мы немного проходим, мы играем больше в акции, поэтому прокачиваем уже хорошо пауков. Да. Вот, скорость, ребята, увеличилась, сейчас начнется движуха. Опа-да! Ох, 30, почти, 30, а? 30 бонус. 30 бонус у нас, это хорошо. Ай-яй-яй, ну как так, хотел поближе, но видите, порой риск не оправдывает себя. Слушай, мы почти на 5000 пробежали. Да, тем не менее пробежали. Новый уровень, неплохо. 45-й уже, ребята, вот это да. Пишите, какой у вас максимальный уровень сейчас на самом топовом пауке. Так, 1000 пузырьков мы получили еще вот награды вот эти. Вот эти, да, хорошо. И, ну что, еще один забег, я думаю. Давай побежим, попробуем. Побежали, сделаем это. Да, уже это все пропускаем. Пропускаем, спокойненько бежим. Так.
Интересно, а сколько в этот раз получится пробежать? Я даже не могу представить себе. Да, да? Попробуем, ребята. Опа, сверху прыжочек, перепрыгиваем. Набираем последний комбо. Да, комбо нужно собирать, потому что они дают нам бонусы, а это круто. Ох, ребята, было бы больше здесь моментов на паутине, да? Да, на самом деле на паутине. Очень кайфово. И быстрее бы мы вот эту вот дистанцию бы набирали, потому что уже 600 дистанция. Да, уже, кстати говоря, пожестче здесь, да, пожестче уже сразу начинается. Ну, как-то да, побольше, мне кажется, противничков, чем. Ну, потому что мы уже первые, вторые прошли, да, лывачки. Ну, я не знаю, с чем это сверху. Ух ты, жена тебе. Да, вот так вот. Неожиданно как-то было. Опасно, ребята. Опа, а вон и гоблин. Мы, походу, сейчас он залетит, и мы залетим. Отлично, в Оскарпе, ребята. Ну, давай, 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 красненький гоблин. Это не золотой? Угроза, это вообще. Это угроза? Ну что ж, угрозный ты наш. Ну, посмотрим, на что ты способен. Да, поехали. Хорошо, выстрелим у него вот эти штуки. Слушай, ну он не сильно ему дамажит, вообще не сильно. Ну, понятное дело, я не знаю. Ох ты, слушай, вовремя мы переместились, потому да, что... Да, тут стреляют, ребята. Вот этот выстрел я больше всего не люблю, потому что... Да, неожиданно, очень неожиданно выходит. Всегда, всегда, такой, знаешь... Да, поэтому... такой раз перемещаешься, а там нежданчик, где ракета летит. Вообще нежданчик, причем конкретный такой. Так, ну где еще наши штучки эти синенькие? Опа, а вот, ух ты ж, смотри, как хорошо, а. Ай-яй-яй! Вот, вот про что я и говорю, вот эти вот неожиданные нежданчики. Да, ребята. К сожалению, нас подлавливают. Бывает и такое. Да. Ну, опыта заработали, самое главное, скидку еще какую-то нам дают. Ну что ж, ребята, вот такой вот был Spider-Man. Спасибо вам огромное за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на наш второй канал Detail First Play. И до скорых встреч в новых видео. Всем спасибо, ребята. Пока. Пока.